Мы начинаем в начале с простого. А просто в начале вы, если новое, начать не можете. Если вы берете что-нибудь сложное, оно в начале для вас выступает как то, про которое вы, кроме того, что оно есть, ничего не успели сказать. Если в начале. Правда? Вот что, каким бы сложным ни был предмет вашего исследования, в начале, первое, с чего начнете, сказать, вот оно есть. Если его нет, то нечего изучать. А если вы изучаете, значит, оно есть. Это первое, что вы констатируете. То есть то, что вам, если вам не нравится начало чистое бытие, и хочется поискать другое, то вот Гегель показывает, обстоятельно можете сами почитать в «Науке и логике», в начале, так сказать, как бы, о начале он много-много пишет на эту тему. Если вот кому-то не нравится, начинайте с «я». А что такое? Кажется, я про себя все знаю. Ну, попробуйте про себя рассказывать. Сначала то, что я есть. Если меня нет, так и не о чем рассказывать, и все. Если вы возьмете там мир, природа, общество, там люди, ну что бы вы ни начали, кто такое люди, если я про них еще ничего не успел вам сказать. Первое, что я могу про них сказать вам, что они то, что есть. А что есть? Ну это уже не начало. А дальше, а вот дальше ничего не нужно заявлять, если вы начали, если это наука и выведение, то вы не должны никуда перепрыгивать. И если в математике мы там пишем теоремы, а потом доказательства, то в жизни не так. В жизни вот если есть что-нибудь, оно развивается дальше к более сложному. Да? Двигается к более сложному. Вот если есть бытие, вот вы, пожалуйста, его поизучайте и скажите мне, что вы, какие выводы сделаете. Значит, задача, которая перед нами сейчас стоит, изучить, исследовать чистое бытие. Вот. Все вы озабочены этой несложной проблемой. Но это сами понимаете, чистое бытие – самая простая категория. Я вам сложных задач не даю. Самая проще задач вообще в жизни нету. Что вы можете сказать? И вот считайте, что я корреспондент. Что вы можете сказать про чистое бытие? Оно есть. Молодец. А вы что можете сказать? Кроме того, что оно есть. А и вы что-нибудь можете еще сказать про него? Возможно, оно едино. А? Оно едино. Ну, это догадки, возможно. Нет, подождите, это же без определенности. Если что-то мы скажем, то оно потеряет определенность. Вот, без определенности. Вот, правильно, вот правильный ход мысли. И больше, поэтому вывод такой, и больше про него нечего сказать. Как таковое. Про чистое бытие, как таковое, больше нечего сказать. Согласны с этим? А вы уже хотели там что-то на него начать, там не надо выдавать порося за карася. Ничего уже там про него нельзя наговорить, если оно чистое бытие. А если вы уже что-то сказали, уже оно нечистое. Правда? Вот больше нечего. Вы слово «нечего» увидели? Видели? Услышали? Слышал. А там написано вот «нечего»? Да. Увидели и услышали. Значит, чистое бытие перешло в чистое, в ничто. Ну, нечего – это ничто. Правильно? Мы начали думать про чистое бытие, обдумывать его. И что в результате этого обдумывания получилось? Что больше нечего про него сказать, кроме того, что оно бытие. И мы пришли к категории «ничто». Вывод. Чистое бытие переходит и перешло в ничто. Какое ничто? Оно какое-то другое имеет определение, какое-то подробное, конкретное ничто? Да ничего подобного. Оно, как Гегель говорит, оно имеет те же самые определения, или лучше сказать, то же самое отсутствие всяких определений, что и чистое бытие. Никаких других. Чистое ничто. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Все. Что теперь будем делать? Что предлагаете делать? С чем? А? С чем? Мы же исследованием занимаемся. Начало у нас же познание, начало логики диалектической. Мы же должны двигаться дальше. Как будем двигаться-то? Мы же не можем оторваться и куда-то прыгнуть, а мы должны обдумывать то, что получилось. Так? Правильно? Значит, что получилось-то? Что чистое бытие переходит в чистое ничто. Это серьезная мысль или нет? Или пустяковая? Чистое бытие переходит в чистое ничто. Значит, это другими словами, если это оформить так привычно по-философски, было звучать так. Любое бытие переходит в какое-нибудь ничто. Любое. Это же всеобщая категория, всеобщее утверждение. В прямом.
Вот были, вы ли есть? Кто был ничем, тот станет всем, или кто был всем, станет ничем? Ну, по времени. Вы что же мне, вот сегодня вы мне доказывали, что вы, вас не будет. Вы мне доказывали сегодня уже? Чего вы теперь удивляетесь? Ну, у вас это трагично звучало, а у меня это философски диалектично. Я не запугиваю вас, а? Время имеется в виду. Да не важно, хоть время, не время все равно перейдет. При чем тут время? То есть в любом смысле перейдет. В любом смысле перейдет. Ну вот в нашей голове, если оно перешло, значит оно и в самом деле переходит в материи. Мы же с вами договорились, что философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. И то, что есть в мышлении, если оно отражает наше мышление, отражает бытие, материю, значит, и материя идет этот переход. Бытие переходит в ничто. Вы что-нибудь знаете, какое-нибудь бытие, которое не переходило в ничто? Ну, расскажите. Я бы только что про стол говорили. Вы знаете, что он переходит в ничто? Сейчас переходит. То, что его потом вообще не будет, это другое дело. Но он переходит уже. Все переходит. У вас новый телефон? Год ему. Год ему. Ну, переходит же он. Да. В мусор. Переходит? Он еще не пришел, но он переходит же. В один прекрасный момент его выбросите. Почему вы выбросите? Потому что он же перешел уже. Я же не говорю, что он перешел. Он переходит. У нас сейчас мысль, что чистое бытие переходит в чистое. Еще не пришло. А можно сказать, уже и перешло. Раз сейчас мы рассматриваем уже ничто. Давайте ничто это рассмотрим. Теперь. Что вы можете сказать про это ничто? Вот я корреспондент газеты, это микрофон. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про чистое ничто? Что в него переходит чистое бытие. Все у вас в мысли все назад. Мы все вперед о будущем думаем. Вы как-то нам как-то что-то позитивное надо сказать. Мы пришли к чистому ничто. Ну и что про него можете сказать? Про чистое ничто. А вы что-то какие-то хвосты, это истории вопроса рассказываете. Про него сейчас скажите, что вы про него скажете? Наверное, о нем тоже сказать нечего. Вот вы, наверное, еще не защищали ни докторской, ни кандидатской. Там вот нужно там простые вещи так сказать, чтобы так было внушительно. Сейчас я вам скажу. Спросите меня, что я могу сказать про чистое ничто. Вы спросите меня, спросите. Что вы можете сказать про чистое ничто? Я могу сказать про него, что оно есть. Что это, пустяк, что ли, вам? Нет, что пустяк, что есть оно или его нет? Мы же к нему пришли, значит, оно есть. Логически верно это или нет? Логически, формально логически верно, да? А потом, что это важно, что оно есть или нет? Это же принципиально. Ничто есть. Само выражение-то какое красивое. Ничто есть. Ну, бытие есть, это как тавтология, а вот ничто есть, это... Но бытие это поплыло сразу в ничто. А ничто-то есть. Вот она, диалектика пошла. Ничто есть. И что значит ничто есть? Что это значит? Вот вы можете из этого сделать высказывание? Что ничто есть? Чего? Нет, не это нужно. Нужно не вот это, а нужно, что ничто перешло в бытие. Так? Раз ничто есть. Непонятно. Правильно? Как непонятно? Если ничто есть. А вот вы не слушали меня? Ничто есть. Напишите, ничто есть. Значит, вот в этой фразе записано, что ничто перешло в бытие. А что, если оно есть? Раз оно есть, значит, оно не ничто, а бытие. Ну, вы были бакалавром, стали магистром. Чего вы удивляетесь, я не понимаю? Были магистром, будьте никто, когда не будете магистром. Чего такого? Ну, будьте не магистром, то есть перейдете в ничто. А потом, ну, ничто есть, какое есть, какое будет бытие? Ну, куда пойдете на работу, такое и будет. Это все время идет, эти переходы. Ну уж точно вы будете не магистром. Ну 2 года вас продержат, больше никто не будет держать. Никто не оставляет на 2-й год магистра. Чего вы сомневаетесь-то? Ну не будете вы. И ничто есть будет. Вот то, что вы не магистр, состоится. А пока еще оно не есть. Сейчас идем к нему. А сейчас бытие у вас идет. Как магистр. Но оно идет к ничто же. Оно переходит в ничто, но еще не перешло. А вот чистое бытие, оно сразу переходит в чистое ничто. Оно просто есть абстракция от всех этих переходов. Переходы есть во всем, и есть везде, и есть всегда. А абстрактные выражения этих переходов... Вы математикой занимаетесь? Вы не привыкли к абстрактному выражению? Абстрактное выражение всех переходов, всех, всегда, и всех, и везде. Переход чистого бытия в чистое ничто, и чистое ничто в чистое бытие. Нет, извините.
чистое ничто уже не в чистое бытие переходит. Знаете почему? Вот потому что вы это заметили, что он было чистое бытие, оно перешло в чистое ничто, и поэтому уже теперь, если оно перейдет снова в бытие, уже оно будет нечистое. И же это не то, которое было в начале. То в начале было просто, а это то, которое посредством этими двумя переходами. Чистое бытие перешло в чистое ничто, а чистое ничто вернулось в бытие. Ну и ничто теперь уже тоже нечистое, потому что одно в другое переходит. И нет ничто, и нет бытия, а есть движение исчезновения одного в другом. Так? Так? Чистое бытие переходит в чистое ничто переходит в чистое бытие. Нет ничто, нет, просто нет такого, которого нет, которого бы не переходило. Всякое бытие переходит в ничто, и всякое ничто переходит в бытие. Это здесь вот мудрые очень мысли есть, глубокие. Нет ничего такого, что не переходило бы в свою противоположность. Позитивную в негативную, а негативную в позитивную. Никогда и не бывает. А движение исчезновения одного в другое, бытия в ничто, ничто в бытие, надо как-то назвать. Как бы вы назвали это? А? Я вам поклянусь, что вы знаете это слово, но поскольку я это через лес вас вел, чтобы вы не заметили, куда вы пришли, то вы сейчас не можете назвать. Как называется движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие? Вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, называется становлением. Становлением. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Называется становлением. Так, вот вы сейчас как называетесь? Вы сейчас слушатели магистратуры, да? Или, можно вас считать магистрами, или вы по окончании будете магистрами? Да, вряд ли, скорее по окончанию. А? Скорее по окончанию, да. По окончании. А вот теперь скажите, как, теперь я вам скажу, как вас нас называть на философском языке. Вот вы, молодой человек, магистр в становлении. Угу. Так? Ну, так что вы не отказываетесь от того, что вы магистр. То есть я не мертвец в становлении, если таким же скажу. Нет, вы магистр в становлении, то есть вы идете к этому, правильно? В движении. Ну, особенно смешно было это на пятикурсниках, спрашиваю, вы историк? Они говорят, я еще не получил диплом. Да какой кто? Не историк? Уходите отсюда. Ну, что вы тут сидите? Уходите отсюда. Здесь исторический факультет. Ну, студент, это кто такой? Это специалист в становлении. Сейчас это бакалавр в становлении. А вы в магистратуре, значит, вы в становлении, в движении от ничто к бытию. Так не факт еще, что магистратуру закончил. Молодец. Оптимист. Он не считал, что вера в победу – фактор победы. Вот, вы собрались выиграть битву, говорит, ребята, пойдемте со мной. Наверное, нас всех убьют. Пойдемте со мной. За мной, товарищи. Там, да пошел ты. Смотрите, вопрос становления определяется чем? Что? Намерением. Становление. Не надо прибавлять ничего от себя. Всего мы знаем. Вот у вас, я чувствую, большая голова. Пока большая. И у вас там много извилин. А у меня только одна. И я не уверен, что она извилистая. Вот так надо настроиться. Лучше всегда прикинуться дурачком. Вот мы знаем чистое бытие. Знаем, что чистое бытие переходит в чистое ничто. А ничто чистое переходит в бытие. А дальше уже они оба нечистые. Потому что из ничто получилось бытие снова. И поэтому есть движение бытия в ничто, а ничто в бытие. И это одно движение, в котором два противоположных движения. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытие называется становлением. Вот такие три мысли я знаю, больше мыслей у меня нету. Это у вас много мыслей, вы о чем-то там думаете, у вас там три короба мыслей, а у меня нету. Я человек темный, вы светлый. Я даже вот вы, хоть и вы говорили, что у вас недостатки есть, но не нашли бы ваших недостатков. Нету. Нет у вас недостатков, ни в чем они не проявляются. Я вот где-то не читал, например, это, видимо, недостаток. Может, это недостаток Гегеля, что он не убедил вас как-то тем, что надо его прочитать. Значит, три мысли мы имеем. Вот и надо двигаться дальше и не заниматься перепрыгиванием к другим. Мы другие мысли не рассматриваем. У нас на столе, кроме этих трех категорий, ничего нет. Три категории вы знаете в философии, но зато твердо. Чистое бытие легко запомнить? Понять легко?
изучать легко. Что там изучать? Ну, что там изучать? Кроме того, что оно есть, там изучать больше ничего. Значит, ничто вообще нечего изучать. Надо что про него запомнить? Что оно есть. И все. Что оно переходит в бытие. Вот они друг друга переходят. И это относится к чему? Что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. К чему это относится? Ко всему. Вот в чем философия-то. Это вот кажется самые пустые высказывания, а на самом деле это самые наполненные. Все в движении, все переходит. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Любое бытие переходит в свое ничто, а любое ничто переходит в какое-нибудь бытие. Так? Это очень глубокое и широкое высказывание. Хотя оно самое абстрактное, самое простое. Проще уже и... Ну вот самое простое, конечно, чистое бытие. Я студентам объяснял, как получать зачет. Вот вы приходите на зачет, ничего не знаете. Как получить зачет? Я вас спрашиваю, вот скажите мне, молодой человек, что вы знаете про это? Что вы мне будете отвечать? Оно есть. Вот, молодец. Вот чувствуете? Вот талант. Только оно есть, видите как? Я говорю, а что еще вы знаете? А? Ага. Оно переходит во что-то. Все, не зачет. А надо было сказать, Михаил Васильевич, мы же договаривались один вопрос. И все, вы выиграли, а вы проиграли. Эх, вот вы, только было у вас бытие, но раз, ничто прямо. Вот она. Поэтому, я говорю, экзамены вам не гарантирую, а зачет всегда можно. С философией зачет получить, с диалектикой нет проблем. Что вы знаете об этом? Вот спросите меня. Вы вот ничего недостаточно так... Внушительно, по-моему, это сказали. Вот спросите меня, что я знаю об этом. А потому что я ничего не знаю. Вот спросите меня. Что вы знаете о Гегеле? Я знаю, что он есть. Ну, хотя бы в нашем разговоре. Ну, чувствуете как-то внушительно. Что после этого спрашивать-то? Ставьте зачет и все. Не надо жадничать. Студент, это наше будущее. Чего вы это задерживаетесь с зачетами? Так, ну хорошо. Значит, вот я вам докладываю, что мы с вами совершили движение. Значит, какие были переходы? Значит, переход от чистого бытия не от, мы, не мы переходили, а это понятие в голове, в мышлении переходит. Если вы будете мыслить чистое бытие, придете к мысли о чистом ничто, правильно? Если вы будете мыслить чистое ничто, то вы, раз вы осознаете, что вы мыслите его, значит, оно есть в нашем мышлении, значит, оно есть. То есть оно перешло в бытие. А вот движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие называется становлением. Теперь что мы должны делать? Рассматривать становление. Вот в этом становлении есть два противоположных движения. Усмотрели? Усмотрели? Можно сказать, мы же всеобщую категорию изучаем, что все есть становление. То, что вы в становлении, вы уже поняли. Вы магистр в становлении. Чего тут думать? Так? Каждый человек – это какое-то становление. Все есть становление, правильно? То есть, вот Гегель говорит, иногда спрашивает, приведите пример. Все есть пример бытия. Все есть пример ничто. Допустим, я – это не вы. Не. Я изобразил себя как ничто. Я – это не вы. А вы можете, наоборот, изобразить. Себя как ничто. Сказать, я – это не вы. Все есть становление. Ну и дальше мы идем. Вот берем эти всеобщие категории, которые относятся ко всему. Так вот, вы различаете переход бытия в ничто, в становление? Переберем само становление как такую комплексную категорию в ней, потому что есть противоположные движения. Видите, противоположные. Такого нет в математике. В формальной логике этого нету. Это не значит, что она неправильная. Это значит, что она берет одну сторону, потому что и бытие есть это правильно, и ничто есть это тоже правильно. И можно отдельно один переход посмотреть, что бытие переходит в ничто, это правильно. И ничто переходит в бытие, это тоже правильно. Можно все это разделить на кусочки, все это правильно. А вот в целом сразу взять категорию, вот такую живую, это делает диалектика. А формальная логика здесь и служит нам инструментом для того, чтобы это обосновывать, доказывать. Все есть становление во всем. Это вот, так сказать, это самое, это первая истинная категория.
Бытие – это правильная категория, ничто – правильное. А ничего не бывает только бытием. Оно одновременно и ничто, как мы выяснили. И ничто всегда переходит в бытие. Поэтому первая истинная категория, в которой есть противоположные движения, в одном противоположные – это становление. Все есть становление. Все надо рассматривать как становление. Если вы что-то рассматриваете как, не рассматриваете как становление, рассматриваете одностороннее. Вы построили новый корабль. Что с ним начинает происходить, как только его построили? Что? Да, он начинает коррозировать. Сроки разные бывают, зависит от того, из чего вы сделали, вот как сделали и так далее. Но если как только он становится как бытие, он превращается, он начинает двигаться к ничто. Вот. Потом приходят люди и начинают его ремонтировать. И это из ничто, он снова опять переходит в бытие и так далее. Вот вы на меня смотрите, а вы попробуйте не моргать, не пробовали? Вот сразу и моргнули. Зачем вы моргаете? Сказать? Чтобы глаза не сохли. Вот. А они сохнут. Это значит, вот мокрый глаз переходит в сухой. Вот если это мокрый глаз, это бытие. Но если вы зададите себе задачу, вот сейчас как раз в связи с подготовкой мероприятий в Пекине, 3 сентября будет, один какой-то там небольшой капрал какой-то, китайский, час с чем-то не моргал. Вот если вы не будете моргать, а будете на меня смотреть, не моргая, что будет? Ваш этот мозг там, он примет меры, скажет, ну он мой, что-то с ним не совсем, и у вас потекут слезы, и все равно усложнятся ваши глаза, не расстраивайтесь, все хорошо. Или вы сейчас решите, что чем эту ерунду слушать про философию, давайте я сейчас задержу дыхание и не буду дышать, и покончу жизнь самоубийством. И пусть им будет хуже, этим, которые придумывают такие курсы. Так, получится у вас? Вряд ли. Не получится. Не надо тут сомневаться, потому что если даже вы будете стараться, у вас, так сказать, по мере заполнения ваших легких кислородом, ваш организм, не спрашивая больше ваш этот самый великий мозг, он скажет, ладно, этот мозг пусть что-нибудь хочет, там, и ерунду какую хочет, думает, а мы сейчас вдохнем. Все. Потому что и никто не может кончить жизнь самоубийством. Вот с 15 этажа прыгнуть, нет вопросов. А вот попробуйте задержать дыхание, не получится. То есть к чему это относится, то, что мы говорим? Вот тут надо понять, что это философия занимается всеобщим. То, что не всеобщим, это не философия. Ну и специальные науки там разные. Вот есть это изучение, так сказать, как выращивать коз. Ну, кожа, она сегодня есть коза, зато заболела ее, нет. Может заболеть и умереть. Некоторые рассчитывают, там они говорят, две козы, вот у меня основной капитал, две это у меня затраты на зарплату, две это у меня прибыль, потом три козы подохли, и все разорился. И вся и закончилась история. Все есть становление. В становлении есть два противоположных момента, надо их назвать. У нас же все классифицируется, наука же, все понятия. Вот как бы вы назвали движение чистого, движение ничто в бытие? Как бы вы назвали? Это все вам знакомо. Это просто вот я с такой стороны зашел, что это знакомое стало незнакомым. А? Ну, вот маханули такие слова глубокие. Это очень тяжело даже осознать. Возникновение. А вы как понимали возникновение? Согласитесь, что вы так и понимали, как не было и стало, да? Не было и стало. То есть из ничто в бытие. Возникновение. А вот как а было и не стало? Переход бытия в ничто, как назвать? А? Разрушение. Прихождение. Прихождение. Все приходящее, да? То есть все бытие переходит, всякое бытие переходит в ничто. Можно как сказать, все приходящее. Если вы еще не магистр, то это приходящее. Не пройдет и 2 лет, и будете магистром. Так что чего вы волнуетесь? Что вы что, знаете случай, чтобы не был, тот, кто был в становлении, не стал магистром? Да ладно. Сейчас такого не бывает. Что? У вас есть что? Я не знаю. Ну, у меня примеров много. Я давно уже преподаю. Я не знаю таких случаев.
Даже можно стать мудрецом, если вот, вот все, что мы сегодня изучили, на этом поставить точку и сказать, вот больше никакой философии мне не надо, я становлюсь этим старцем, еду в пустынь. И там, в пустыне, вы ко мне через год приезжаете, я у вас спрашиваю, ну как дела? А вы говорите, вот цены растут, инфляция, так душат нас, это требует туда ходить, сюда ходить. Стипендию-то платят вам? Сколько стипендий? 1400 рублей. И сколько вы можете на него прожить? На 1400 рублей. Сколько дней? Я просто хочу знать, буду я 16-го вас видеть или нет. Ты же такой придумал, понимаешь? Если ты, ну, это точно Минобразин такой мог придумать. Видимо. Вот я на Матмехе получал Чебышевскую стипендию 60 рублей. У директора Кировского завода было 120. А у Ленинскую кто получал? У кого одни пятерки? У меня четверка одна была. Он получал 100 рублей. Ну, а была сначала у нас вот 35, потом стало 45 стипендий. Ну, это можно было жить. Ну, это же просто издевательство. Что тут думать? Магистр? Я понимаю, почему вы сомневаетесь, будете ли вы магистром. Тогда это объективно, так сказать, как-то вы доказали, действительно. Ну, к 16-му мы посмотрим, как там процесс. У нас еще будет встреча намечена. Сколько останется людей? Да. Значит, возникновение. И вот я в пустыне, и вы мне приезжаете, все рассказываете, и что я вам отвечаю как философ? Это все приходящее. И действительно, цены вдруг там немножко так перестали так скакать, зарплаты повысили, стипендию вместо 1450, 1470 сделали, вот, и так далее. Это кост 1450? 28. А? 1428. Нет, это у студентов, а у магистрантов тоже, что ли? Ну что, да вообще, да его дают. Чего себе. Кошмар. Да. И вот вы приехали и говорите, все уже наладилось. А и как только вы радостные такие приехали, я вам говорю, это все приходящее. Мне больше ничего не надо и знать. А можно наоборот? Все показывает, что все это становление, все это возникать только будет. Короче говоря, вот мы нашли уже в самом становлении два противоположных момента. Моменты – это то, что такие движения, которые неразрывно одно с другим. Если они отдельные, то это не моменты. Вот как в физике, скажем, момент, там, значит, плечо и сила. Да? Все равно, может, плечо короче, сила больше, силу меньше, плечо надо туда больше. Но момент один и тот же. То есть они только вместе берутся, правильно? А у нас в науке, я имею в виду не математику, а если взять в науке всякие общественные, люди что только не пишут там. Части, элементы, структура, внутренняя структура, внешняя структура. У них получается все разрублено. Знаете, как продают говядину там? Тонкий край, толстый край, там то, все, все, на кусочки. Я говорю, все части лишь у трупа. Вот, например, у вас рука где кончается? Рука. Здесь? Плечо. А что, кровь не идет уже в руку вашу, да? Ну, кровь. Идет? 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 А у вас мертвая рука, да? А это у вас такой этот самый хороший. Ну, это же как настоящая рука, смотрите на него. Протез, что ли, такой у вас? Нет. А нервы у вас куда доходят, вот этот, который вот пальчиком пошевелите, пожалуйста. Ну, все пальчиком. Равно. А откуда у вас нервы, откуда идут? Где кончаются ваши нервы, которые идут к руке? Где? Не знаю, в спинном мозге. В спинном? Не в голове? Не, ну там уже спинной. Ну вы даете. Чего, не в голове? Что вы даете? А вы что, несознательно это делаете? Наши пальчики устали. Несознательно? Вы же команду даете, это голова. Сознательно или нет? Или это во сне они шевелятся? Это я верю, что это спинной мозг. Ну сейчас вы что, спите, что ли, у меня на лекции? То есть лекция вот не годится моя никак никуда, потому что я, говорит, надеюсь, сплю. Понял? Это такая форма критики. Ну, нормально, принимаем. Критику его любить нельзя, будем уважать.
Так вот, Энгельс это имел в виду, что части лишь трупа. Если вы хотите брать куски части, то это уже не живое, не единое. Вот когда это механический агрегат, внешнее соединение чего-либо, это механическое соединение. А у вас органическая целостность, для этого существует другая категория – организм. В организме нет, не так. У вас там, кстати, электричество дорабатывает ваш организм, нет? Видимо. Видимо, энцефалограмму, когда делают, там видят. Мозга. Так что там много чего есть. Поэтому некоторые, так сказать, люди не очень глубокие, говорят, человек имеет биосоциальную сущность. У вас сущность биосоциальная? Сущность. Слова очень общие, непонятно, что имеется в виду. Ну вот непонятно, еще более непонятно делать, биосоциальное. Я говорю, а что у вас только био, а что там еще, химия нету, а физику? А механику? Вы же давайте выкладывайте все это в погремушку, так сказать, в матрешку, да? В матрешке, знаете, как делают? Ну, если матрешка, и так понятно, что там все. Если это высшая форма материи, человек, то, наверное, там есть и физика, и химика, и прочее, правильно? И механику. Поэтому, если я сказал социальная форма материи, социо, все уже сказано, там все есть. Поэтому части сюда не подходят. А вот моменты, да, подходят понятие. То есть вот противоположные моменты. Неразрывные движения в одном движении. Или что-то неразрывное. То, что одно без другого не существует. Ваша рука, как живая рука, без вашей головы не существует. Как для пересадки на время кому-то. Если кто-то попал в аварию, от него отрезали и везут в другое место, это да. Но там она, как только вот ее пришьют, она будет рукой. А так она пока запчасть. Строго говоря, не живая рука, но и не умершая. Так, ну вот теперь вроде бы мы с вами так хорошо разобрали, что у нас вот становление, есть два момента, возникновение и прихождение. Значит, если раньше у нас моментами становления были бытие и ничто, то теперь у нас моментами становления стали возникновение и прихождение. А где бытие и ничто, они пропали, что ли? Вы забыли про них? Мы уже к ним же привыкли, бытие, ничто. А сейчас у нас становление и моментами является возникновение и прихождение. Нельзя ли вспомнить, где, укажите мне здесь, где здесь бытие? Что, пропало? Что-то все достигнуто непосильным трудом. Пропало, что ли? Нет. Ну, так где оно? Когда что-то возникает, вот оно и есть бытие. Не, когда что-то возникает, это ничто. Возникновение – это переход ничто в бытие. Вы перепутали с точностью до противоположности, молодой человек. Возникновение – это переход ничто в бытие, так? Угу. Короче, это что? Это ничто, переходящее в бытие. Ничто, запятая. Можно написать «ничто, запятая, переходящее бытие». Вот то, что вы написали «ничто», это утверждение, а к нему есть определение еще, переходящее. Короче, ничто. Сейчас любят же люди говорить «короче». Только начинаешь им рассказывать «короче», и в следующий раз «ничто». То есть возникновение – это ничто, а прихождение – это что? Это бытие, запятая, переходящее в ничто. Короче. Бытие. Так? Можете написать и посмотреть. Подчеркните. Ничто, переходящее в бытие, подчеркните ничто, а дальше к нему определение. Вот красное яблоко, короче, это что? Красное или яблоко? Ну, яблоко, правда? Зеленое яблоко – это яблоко, если короче. Ничто, переходящее в бытие – это ничто. А бытие, переходящее в ничто – это бытие. Но вам уже не хочется просто так говорить. А что из этого, какой вывод получается? Что то, что мы сначала понимали как самостоятельное бытие, и оно не бывает в жизни никакого такого бытия, уже теперь мы можем сказать на основании того, тех операций логических, которые мы проделали, не бывает такого бытия, которое бы не переходило в ничто. Правильно? Это жизненное бытие. Жизненное бытие, такое, которое бывает на самом деле, это такое, которое переходит в ничто. Правильно? И ничто бывает только такое, которое переходит
в бытие. Поэтому мне говорят, я не буду изучать ничто, такого не бывает, и не может быть. Да как не может быть, когда сплошь и рядом только и есть такое ничто, которое переходит в бытие. А другого и нет. То есть вот мы, ну, теперь у нас уже с вами диалектичное понимание и ничто, и бытия. Сначала мы их брали как бы вот бытие, ничто, а теперь мы их берем только как переходящие в свою противоположность. Правильно? Это правильно? Вот это и есть диалектика. Надо вам анекдот рассказать про диалектику, я чувствую, потому что мы уже углубились. Значит, приехал в деревню философ. И вот дед встречает, говорит, ты кто такой? Я вот философ. А что, чем занимаешься? Говорит, диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед. Нет, говорит, мы тут народ грамотный, книги, газеты читаем, у нас телевизор есть, а ты, как образованный человек, должен нам объяснить. Ну, хорошо, дед, ладно. У вас баня есть в деревне? Есть. И мужское, и женское отделение, все хорошо, с паром. Вот мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Грязному. Вот, вот этот дед отвечает, говорит, грязному. Дед, ну что ты мелешь? Ты все равно грязный, что тебе мыться? А я чистый, мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понял, дед? Это, дед, не все, это тезис. Это тезис. Второй раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Чего? Ну посмотри на себя, весь грязный ты. Тебе надо мыться. А мне-то чего мыться? Я же чистый. Это антитезис. Это не все, дед. Третий раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. То есть мы нашли теперь, что у нас в становлении есть бытие и ничто. Бытие – это прихождение, поскольку это бытие, переходящее в ничто. Ничто – это становление. И бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Значит, наше становление, вообще вся эта конструкция, которая получилась, диалектическая, она есть только благодаря разности бытия и ничто. Согласны? Ну, они разные, поэтому и получается одно, другое переходит. Но одно, раз одно в другое переходит, то разность бытия и ничто в становлении что? Исчезает. А становление есть благодаря этой разности. Значит, и становление что? Исчезает. И все непосильным трудом нашим. Достигнутое исчезло. Вот и результат. Логично? Еще раз. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Да? Вот мы смотрим на плоды нашего интеллектуального труда. Вот оно, становление. А из-за того, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Разность бытия и ничто в становлении исчезает, а становление есть благодаря этой разности. Значит, и становление тоже исчезает. Но если А благодаря Б, а Б исчезает, то значит и А исчезает. Чего тут непонятного? Становление есть благодаря разности, а разность в становлении исчезает. Бытие и ничто, потому что одно переходит в другое. Вот исчезает и становление. Исчезло становление. И все. Сразу закончим, что ли, занятие, или еще поговорим. А вот вы говорите, еще поговорим. Есть три формы восприятия мира. Одно религиозное, а потом вы... А вторая форма? Вторая форма в образах постижения. Да, это вы правильно заметили. Второе постижение в образах – это искусство. В том числе и художественная литература. Там все слова, но там вот такая книга написана, вам написано сначала про грозу, которая надвигается. Смысл этого написания не в том, что у вас информация про грозу, а в том, создать у вас определенное настроение перед восприятием последующего. Правильно? Постижение в образах. Мы сидим с вами на одном и том же концерте в филармонии, у вас одни мысли, у меня другие. У нее третьи, у нее четвертый. А воздействие
Передача чувств происходит непосредственно через образы. Потрясающий концерт. Нет слов, они не нужны. И есть постижение в понятиях, наука. Вот мы с вами занимаемся постижением в понятиях. Это диалектика, логика. Так вот, теперь давайте попробуем, руководствуясь логикой, попытаться спасти по ситуацию, потому что у нас вроде как все у нас исчезло, становление исчезает. А что такое было становление? Это было беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Бытие переходило в ничто, ничто, бытие. А что значит исчезает? То есть отрицает себя. А что является отрицанием беспокойного единства? Отрицанием беспокойства что является? Спокойствие. О, что-то спокойное, значит, есть. А отрицанием единства что является? Вот если единство, говорят, когда у нас с вами единство взглядов. То есть когда не одно. И про одно не говорят. Я, у меня единство, меня с собой не говорят. У нас с вами единство говорят. Отрицанием единства является простота. Простое надо взять, а не сложенное из простых. Поэтому не расстраивайтесь. В результате исчезания становления появляется что-то, получается спокойное и простое. То есть есть спокойное и простое. Есть. Вот. А то мы устали от этого беспокойства, от этого перехода в бесконечных бытия в ничто, ничто в бытие. Результат. Это выражается так, записывается. Результатом снятия становления является спокойная простота. А снятие – это новая категория, которую мы получили по ходу бесплатно. Это отрицание с удержанием. Отрицается становление, но оно же не пропало, оно же в памяти у вас осталось, вы о нем не забыли. То, что получилось, получилось из того, что было. И каждая следующая категория, логическая, она как цепочка всех предшествующих категорий, которые к ней привели. Результат вместе с процессом надо брать, а не оторванным от процесса. Так. Ну вот. Вот это спокойное и простое, как назовем? Есть предложения, какие-то соображения? Как назовем это спокойное и простое? Вы бы как назвали, если бы были бы Гегелем? Во-первых, оно есть. Есть спокойное и простое у нас теперь? Есть? Значит, бытие. Так что первую задачу мы решили. Бытие. Чего вы сомневаетесь? Надо проще к жизни подходить. Бытие. Запомнить на одну категорию, уже с ней можно действовать. Так, ну уже не такое бытие, то было чистое, да? Это уже чистое не скажешь. Какое это бытие? Это вот налицо. Что у нас сейчас? Что налицо? Наличное бытие. Вот то бытие, которое налицо. А почему оно именно наличное? А потому что это результат снятия становления, а в становлении две стороны, а налицо только одна сторона. Ничто не видно. Это если результат снятия становления, то тут ничто тоже есть, но его не видно, правильно? А видно только бытие. Поэтому это вот бытие налицо, а ничто не налицо. В становлении есть и ничто, и бытие. Они друг друга переходят, мы видим и то, и другое. А здесь форма логическая такая, что есть спокойное и простое бытие. Но мы-то знаем, что это результат снятия становления. Раз результат снятия становления, то в нем это есть. Но не на поверхности. Не налицо, но есть. Поэтому, во-первых, название дадим новое. Результатом снятия становления является наличное бытие. Или наличное бытие есть результат снятия становления. Как правильнее? Правильное первое выражение, потому что вот этот процесс привел к такому результату. Результат снятия становления есть наличное бытие. Как дальше действовать? Взять и начать рассматривать, что получилось. Кто хочет рассмотреть наличное бытие и рассказать, что он может, какие выводы хочет он сделать? Оно есть. Вот первый вывод, что оно есть. Хорошо. Еще какой еще вывод? А в нем не хотите делать вывод, что в нем есть становление, раз оно результат снятия становления? Вот, например, если я знаю, что вы результат своих родителей, то в вас есть ваши родители. Я не ошибся? Иногда сильно похожи. Иногда голос похож, иногда характер. Но в любом случае вы более сложная категория, чем ваши родители. Потому что а в ваших родителях их родителей. А вообще, если там потянуть, с вами про бесконечное человечество говорили, у вас где-то начало там близко, нет? Усматривается, там, по-моему, далеко. Туда, конечно, не бесконечно.
Ну, может, там дальше пойдут рыбы уже и земноводные. Там, если тут тот конец, если брать, от чего мы произошли? Если мы говорим, мы от обезьян произошли, человек, а обезьяны от кого произошли? А когда на берег вышли? Вы от каких этих тиранозавров произошли или динозавров? И так далее. То есть в этом наличном бытии есть и становление. Ну, одна сторона становления налицо, значит, другая не налицо. Она есть, но где? В нем. Вот это ничто, которое в нем, знаете, как называется? Ничто, которое в наличном бытии. У него есть особое название. Ничто, которое в наличном бытии, называется небытием. Небытием. Ну вот есть такое понятие, рефлексия вообще в философии, то есть отражение, так, отраженные такие категории. Например, если я сказал «жена», это что значит? Что у нее муж есть. Про мужа идет речь, но в отраженном виде. А если муж, значит, жена есть. Что значит отрицание в бытии? Если отрицание в бытии, значит, небытие. Отрицание этого бытия. Небытие, но в нем. Небытие. Называют вот категория небытия. Некоторые начинают не с ничто, а с небытия. Нет, так не бывает. Это ничто, а это небытие, это другая категория. Чтобы можно говорить было о небытии, надо иметь спокойное бытие. Вот в нем есть небытие. И вот вам это самое. Вот теперь вы увидели это небытие в бытии? Увидели? Умственным взором. Увидели? Или еще нет? Можно немного назад вернуться? Пожалуйста, немножко возвращаясь назад. Вот у нас было, у нас было становление. Это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. А я не понимаю, так? Почему возникает становление? Почему возникает? Чтобы оно не возникает, оно никогда и не пропадало никуда. Это мы только до него не додумались. Оно всегда было и во всем. Это мы для себя мы мир осваиваем, а мир был до нас с вами. Мы материалисты. Ну, вот вы мне говорите, что приведите пример какого-нибудь бытия, который не переходит в какое-нибудь небытие. Да, а вы не можете. Я не могу привести пример, это довольно плохое доказательство. Это вообще не доказательство. Но... Это я вам просто говорю для красного словца. Доказательства нет, это не нуждается. Мы же просто увидели, что если вы рассматриваете умственным взором бытие, то поскольку в нем нечего созерцать и нечего понимать, у него нет никаких определений, оно переходит в ничто. А какое у вас понимание ничто? То, про что ничего нельзя сказать, кроме того, что оно есть. Вот вам, у него, вот Гегель так говорит, что вот у ничто те же самые определения, или вернее, то же самое отсутствие всяких определений, как и у бытия чистого. Правильно? То есть вот мы начинаем просто обдумать категорию. Если вы ее обдумаете, она в мышление переходит. Не вы выводите, как в математике, я вывожу, доказываю теорему. Когда вас рождали, никто ничего не выводил. Вот вы родились, и мы прослеживаем путь вашего движения. Тут совсем другая картина. То есть это противоположно тому, что мы привыкли делать в математике. Теорема, а потом доказательство. А здесь наоборот. Раз, получается, и теперь фиксируем. Получилось вот это. Дальше пошли. Получилось вот это. Ладно. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Чистое ничто в бытие, туда переходит одно в другое, получилось становление. Другое дело, что мы для каждого следующей, вот, более сложной категории находим название. Название мы берем в языке человеческом, которое представляет собой колоссальное обобщение. Слова. Слова языка. Колоссальное обобщение. И наличное бытие – это результат снятия отрицания. Снятие становления. Снятие становления. Да. А снятие это отрицание с удержанием, потому что вы, если я вас отталкиваю, я к вам присоединяюсь. Если я отрицаю становление, значит я этим самым отрицанием его втаскиваю. Если вы спорите, вы со мной вступили в контакт. А вы должны были сидеть обиженные, отвернувшись к стене. Хорошо, и почему в этом. И почему в этом бытии есть ничто? Потому что если оно результат снятия становления, то в категории наличного бытия становление сидит. Как у вас сидит ваша бабушка и дедушка. То
То есть если я начну ваш копаться в вашей предыстории, откуда вы взялись, я и про бабушку вас найду, и про дедушку. И там их много будет. Потому что только дедушек двое и бабушек двое, а про бабушек и про дедушек будет уже четверо. То есть если на личное бытие это результат снятия становления, то становление в его содержание входит. Вот если эту фразу записал, на личное бытие есть результат снятия становления. Эта запись означает, что становление входит в содержание наличного бытия. Правильно? Вот. Что значит я Попов Михаил Васильевич? А Васильевич это что? Это входит в содержание мое. Мама не входит. Мама ни при чем. Видимо, так. Поэтому отчество берется, а чему-то... Мама... Я говорю, и так ясно, чей ребенок. А вот отчество надо записать, чтобы он не удрал. А личное бытие есть результат снятия становления. Вот тут формальная запись, формальная. Из этой формальной записи следует, что в наличном бытие сидит... Раз результат снятия становления, в содержании его сидит становление. А налицо не сидит, а потому что налицо, вы сами же мне говорили про него, что оно спокойное и простое. Смотришь только налицо. Наличники видели на этом самом, на здании? На домах, на окнах. Что, они что, нет окон, что ли? Наличники, что, нет окон, если есть наличники? Есть. Если они наличники, значит, за ними что-то есть. Если налицо спокойное и простое, это не значит, что оно вообще спокойное и простое. А это значит беспокойство, как вот в том костре, который догорел, сверху пепел, уже не зола, а пепел, а внутри еще жар. Вот там вот становление, а здесь спокойное, наличное бытие. Вот такая категория. И в этом смысле, а можно про теперь такой тезис выдвинуть, все есть наличное бытие. С одной стороны, мы говорили, что все есть становление, это тоже правильно. Но можно сказать, что и все есть наличное бытие. Вы же есть, есть, значит, а у вас есть становление. Вы есть результат снятия становления. Каждый человек имеет своих родителей. Все. Или, если вы, если это рассматривать ваше становление как слушателя магистратуры, то это результат снятия вашей учебы на матмехе в качестве студента. Согласны? И в вас сидит сейчас, если вот в слове то, что вы слушатель магистратуры, заключено то, что не заключено, что вы кончили именно наш матмех, но заключено, что вы бакалавриат закончили, если не жулик. Или заключено, что жулик, что он заплатил деньги, ему дали бумажку. Сейчас вот мне звонили из Невинномысска, говорит, мы дела сейчас собираем, я там у них лекции читаю иногда, в Ставропольского края, в Институте экономики и управления и права. Говорит, сейчас, говорит, у нас проверка, говорит, нет вашей бумаги, что вы профессор. Пришлите по этой самой, сосканируйте и пришлите, вот буду доказывать, посылать. Может, еще раз пример с магистром? Еще раз пример с слушателем магистратуры. Еще раз. Если вы слушатель магистратуры, значит, вы закончили бакалавриат. Значит, бакалавриат в вас. В понятие магистрант, слушатель магистратуры. В содержание понятия слушатель магистратуры входит то, что он закончил. А если вы сняли становление, значит, наличное бытие есть результат снятия становления, значит, в наличном бытии есть становление. Все это матрешки. Вот и следующее. Каждое, значит, еще раз, я сейчас вам объясню. Что такое сложное, что такое простое, это не из частей. А вот сложенное... Сложно, это сложено из чего-то. Вот понятие наличного бытия сложено из становления и движения этого становления. Сложилось оно так, что вот оно было становление, так получилось, так вот оно выросло из этого. То есть все сложное состоит из простого. Абсолютно простое, только первая категория, чистого бытия. Все остальное, все остальные категории сложные. Всегда предыдущие более сложные. Вообще вот с каждой, мы привыкли брать категорию как бы самостоятельно. Одну, вторую, третью. А надо брать каждая категория, это цепочка всех категорий от чистого бытия до нее. То есть, если вы спросите, расскажите мне про становление. Ну, слушайте, берем чистое бытие. И тр-тр-тр-тр, и дошел до становления. А теперь расскажите мне про наличное бытие. Пожалуйста, берем чистое бытие. И тр-тр-тр, и дошел до... И так дальше, дальше, дальше. То есть каждая следующая категория включает в себя больше категорий, чем предыдущие.
Она результат их движения и развития. А их движение – это если человек не делает ошибок и правильно обдумывает то, что получается, он придет к этим выводам по законам формальной логики. А получается выводы диалектические. Хорошо, но на примере с магистратурой где тут отрицание содержания? Но вы это уже не бакалавриат, не бакалавр. Вы нет, не видите, что вы не бакалавр? Объясните товарищу, что он не бакалавр. Нет, я бакалавр, я просто не слушаю. Ты бакалавр сейчас? Ну, смотри, у меня есть диплом бакалавра, значит, я бакалавр. Не бакалавр. Не бакалавр вы уже. Вы бакалавр, потому что у вас диплом. У вас есть диплом бакалавра, но вы сейчас магист, вы это включается. Не, я понял вашу мысль. Спасибо. То есть, если вы человек, то вы и молодой человек. Это уж точно включается. Нет, если вы молодой человек, то вы человек. Просто. Молодой человек сложнее, чем человек. Хорошо. Категория. Человек может молодой, ребенок быть, так? Пожилой человек. Был человек. Поэтому вот надо увидеть, что во что входит. Вот в содержание человека, который учится в магистратуре, входит то, что он имеет диплом бакалавра. А следовательно, он не бакалавр уже. Ну или не только бакалавр. Ну, вы хотите, чтобы я стал. Я понял, у меня есть диплом выпускника матмеха. И сейчас я скажу, что я студент матмеха. Ну, как-то тоже как-то нелогично. Скажу, что вы не успокоились, что вы профессор? Ну, я бы с удовольствием вернулся, конечно. Ничего плохого в этом нет. Но это входит в содержание все. Ну, у каждого по-разному входит, но вот всякое следующее движение, оно вот есть вот развитие, а вот развитие включает все предыдущее. Мы забегаем вперед, но тогда я вам сразу скажу, что категория развития означает движение низшего к высшему, простого к сложному. Угу. Развитие – это не всякое движение есть развитие. Но человек разлагается, это никак не называется это развитие, деградирует. Или общество разлагается, или государство деградирует какое-то развитие. Вот сейчас в Ливии развивается. Все развивается. Все рассыпалось после бомбежек этих. Ну, видимо, прихождение – это всегда не развитие. А? Нет. Видимо, прихождение – это и есть не развитие. Прихождение – это всегда момент развития. Что-то приходит. Болезнь у вас, если приходит, вы развиваетесь. Нет, становление. Если ошибки ваши, ошибки в области философии приходящей ми становятся, это ваше развитие. Ну, развитие – это более сложная категория, мы об этом отдельно поговорим. А сейчас просто надо понимать, что сложная категория включает в себя все предыдущие, из которых она выросла. Если я сказал, что вы человек, значит, вы и животное тоже. Хотя это, если я скажу про вас животное, можете обидеться. Но вы же не растение, вы не гриб. Так что какие обиды? Я лично животное, не бревно. А бревно уже не животное. Поэтому надо просто правильно это понимать. Это более сложная категория. Если человек сказал, что человек – это какое животное? Животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Но животное же, не растение же. Если какое-нибудь бревно, говорящее, разумное, непонятно что. Так, значит, наличное бытие есть результат снятия становления. Значит, в содержании наличного бытия есть становление, а в становлении есть не только бытие, которое налицо, но и ничто, которое не налицо. И вот раз оно не налицо, значит, оно в нем. Вот в нем, в этом. Раз есть становление, а в становлении есть ничто, вывод, что значит ничто есть в наличном бытии. И вот такое ничто, которое есть в наличном бытии, называется небытием. Вас не заинтересовало это небытие? Вообще ход движения диалектической мысли обычно такой. Вот и мы дошли до этой категории небытия. Давайте на нее посмотрим. До этого вы на что смотрели? До этого вы смотрели на наличное бытие, которое есть целое. В этом целом вы увидели ничто, откопали. Становление откопали, там результат снятия откопали. Вы увидели в нем ничто. Вот это ничто называется небытием. Давайте посмотрим на это небытие. Разницу видите? Или я смотрю на наличное бытие умственным взором, на наличное бытие и вижу в нем небытие. Или я смотрю на небытие, которое в наличном бытии. Вот видите, я на вас смотрю и вижу вашу эту самую футболку черную.
Я смотрю на вашу футболку и вижу, что это ваша черная футболка. Видите разницу, нет? На что я сейчас смотрю? Футболка сейчас для меня бытия, вы отрицание, а вы не футболка. Вы не футболка же, не будете спорить? А я смотрю сейчас на футболку. То есть моим предметом стало, предметом, и стала футболка. То есть ваше отрицание. Футболка есть ваше отрицание. Так футболка-то... Не будете доказывать, что это не вы? Не буду. Ну и все. А я думал, что будете доказывать, что это вы футболка. Я уже вам про чай-то рассказывал. Сахар-то это в чае, не чай. А в итоге получается сладкий чай. Так вот, сейчас еще дам еще одно определение, и с него будет ясно, как это важно, то, что мы сейчас делаем. И вот это небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Можно еще раз? То есть вот ваша футболка делает вас человеком в черной футболке. Понятно? Она ваша определенность. Это не она, это не вы, но она ваша определенность. И ваше ухо – это не вы, а ухо ваше, и так далее. Так, значит, небытие, принятое в бытие. Небытие, принятое в бытие. Небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму наличного бытия. Имеет форму бытия. Имеет форму бытия. Не форму ничто, а форму бытия. Мы все время различаем. Это берется как ничто или как бытие. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Есть определенность наличного бытия. Называется определенность наличного бытия. Вот стоит очередь, и в очереди женщина говорит, я за красной кофточкой. Красная кофточка – это определенность вот той женщины, за которой она стоит. Но это не сама женщина, красная кофточка. Женщина не кофточка. И кофточка не женщина. То есть вообще все ваши определения, все, что про вас вы будете говорить, вот мое движение, мое поступление – вот вы поступили в магистратуру. Поступили? Mm-hmm. Это ваше поступление в магистратуру? Ваше. А это вы? Поступление это вы? Нет. Нет. Поступление это не вы. Это ваше отрицание. Я не поступление, я человек. То есть вы не теряете это свое человеческое достоинство. Что бы с вами ни делали, но вы должны различать, где вы, а где ваша определенность. Вот, например, Гегель фиксирует, что можно определенность человека дать так. Это животное, у которого есть мочка на ушах. Вы не найдете другого животного, у которого есть мочка на ушах. То ли, значит, эти из древности женщины, украшая себя, оттянули так, что и у мужчин мочки появились. А то ли мужчины в этом участвуют, сейчас особенно участвуют. Я вот часто вижу, причем солидные люди вот так вот их оттягивают. Но вы же не будете отрицать, что это определенность человека, то есть определенность. Это его отличает от всех животных. Нет, у коров нету мочки, собак нету, у кошек нету, у крокодила нету, только у человека. Но это не определение. До определения еще длинная дорога. Не знаю, дойдем мы или нет, 16 числа, может быть, дойдем. А если не дойдем, вы в науке логики прочитайте у Гегеля, что такое определение. Что такое определение. Никто же определение не рассказывает, что такое определение. Не определение вот в том смысле, как в математике, там это понятно, что то, что вы это сказали, что это такое и все. А то, чтобы это определение относилось к любой вот категории, к любого человека, там, общество, государство, страна, право. Чтобы это можно было давать к любому, относить к любому предмету. Не только к формально-математическому. Так. Так вот, поняли, что такое определенность? Не хочется вам ее рассмотреть? Вообще такой порядок, то, что вот, на чем вы остановились, то надо и рассматривать за начало брать. Ну, следующее, не первое начало, а последующее начало следующего движения. Вот мы начнем рассматривать эту определенность. А если я ее рассматриваю, она у меня в какой форме? В форме ничто или в форме бытия выступает? Ничто.
бытия. Вот. Видите, какой переворот? Мы это отрицание, то есть небытие назвали определенностью, а когда мы определенность стали рассматривать, вот опять тот же самый переворот. Из ничто она превратилась. Как только я это рассматриваю, да, вот это все у вас лежало, как только я это взял в руки, это уже что? Это то, что я взял. Чувствуете разницу? Вот экономически это называется владение. Это не собственность еще, а владение. Это значит, вот видите открытое окно? Видите? А владение – это фактическое господство над вещью. Вы можете что угодно говорить, что у вас есть квитанции, там, чеки и так далее, может быть, поддельные. А я фактически владелец. Пожалуйста, вот это ваше отрицание теперь. Это было мое отрицание, это был не я ведь. И это я, а это телефон. Видите, я это брал, это мое отрицание. Мое отрицание. Видите, мое. Чувствуете слово «мое»? А вот теперь это ваше отрицание. Ваше. Заберите, это ваше. Ну, отрицание. Ну, или сказать, что это вы. Вы сказали, вот это вы, или это вы. Ну, вы совсем уже, если вы это считаете, что это ваша голова. Понятно, да? То есть это великая это, диалектика наука, она вообще заставляет подумать хорошо. Так вот, вот эта определенность, которую вы специально рассматриваете, превратилась в бытие. И вот Гегель пишет, что определенность взята и изолирована сама по себе. Я же вот ее взял отдельно, рассматриваю ее. Есть качество. Качество. Слышали такое слово? Это качественный анализ, качественный анализ, качество. То есть вот у вас есть какие-то, какое-то достоинство. Вы не обидитесь, скажете, что это достоинство, это ваше отрицание. Но не вы же это. Не вы же, это же ваше достоинство. Или хотите сказать, что достоинство – это вы, а у вас вообще тогда нет. То есть какое-то у вас есть достоинство, да? Способность у вас есть какая-то. Это ваше отрицание. То есть это ваша определенность. Теперь я рассматриваю вашу способность отдельно. Вот она – бытие, а теперь вы – отрицание. Я не вас рассматриваю, молодой человек, я рассматриваю вашу способность. Вы меня не интересуете, в данный момент не интересуете вообще. Понимаете, какая картина? То есть вот этот переход. Я ее взял, причем Гегель такую вещь пишет. Качество еще не отделилось от наличного бытия. Хоть я и взял отдельно, но это же ваше достоинство. Я ее взял как бытие, а вы превратились в отрицание на время. Но это же ваше достоинство. Правда, оно никогда и не будет у него, от него отделяться. То есть как-то вот он показал, что оно вот берется так, как не надо брать отдельно. Но берется же. Все, что вот делается в науке, всегда приходится брать отдельно и рассматривать. Даже вот если вы возьмете в физике, как вот элементарные частицы, как их изучают, их фотографируют или след фотографируют? Ну, в этой камере. Ну, след, видимо. След? А след – это же отрицание частицы. Это же не частица. Это ее определенность. Ее определенность с этим следом оперирует так, как будто это сама частица. Это определенность, потому что частица. И ничего страшного нет, что можно, и это, так, это определенность частицы, действительно. Потому что определенность вообще это всякое отрицание. Ну, значит, что мы... Давайте качество рассмотрим. Мы как делаем? Заметили, да? К чему пришли, то и рассматриваю. Нашли подосинок, подосиновик рассматриваем. Подберезовик нашли, подберезовик рассматриваем. Бревно нашли, бревно рассматриваем. Нашли сейчас мы что? Качество. Качество рассматриваем? Рассматриваем. Что про качество вы знаете? Вот я хочу у вас, зачет. Оно есть. Вот. Чувствуете? Вот какие-то просветления у вас бывают все-таки? Оно есть. А раз оно есть, то что? Оно тогда. Качество. Ну то, что есть, это как называется-то? То, что есть, как называется? Бытие. Да не надо такими страшными категориями. Чего это ужас вообще такие страшные? Мы люди темные, неграмотные. Мы таких слов вообще не знаем. Бытие, все. Есть оно? Значит, оно бытие. А вы чего? Вы сейчас какое бытие у вас уже в арсенале? Чистое или наличное? Наличное. Значит, качество наличное бытие. Чувствуете? А в наличном бытии, молодой человек, есть становление. А в становлении есть два момента. Бытие и ничто.
А у вас только бытие. Значит, качество у вас должно быть взято, вот эта определенность должна быть взята не только как безразличное, положительное, как качество. Она должна быть взята и как бытие, и как ничто, противопоставление друг другу. Так? Логично? Так вот, качество, которое берется как положительное, противоположное отрицательному, называется реальностью. Реальность. Это реальность. А если это же качество берется как ничто, это бы называется отрицание. И вот уже у нас тут объектов на столе научном уже очень много накопилось. У нас есть наличное бытие, есть реальность как положительное выражение его определенности, есть отрицание как отрицательное выражение его определенности. То есть наличное бытие, есть реальность, есть отрицание. Но реальность и отрицание, они не все-таки друг с другом-то связаны, и они есть реальность и отрицание этого наличного бытия. Отсюда вот вывод, когда человек говорит, ну, что у нас вот сейчас с экономикой, это реальность. Оно, конечно, положительное, но оно содержит в себе вот эту другую сторону отрицания. Вот я могу про человека высокого сказать, что он не низкий. Это будет отрицательное высказывание. А если то, что он высокий, это положительное высказывание. Одно и то же качество я могу выразить и положительное, как реальность, и как отрицание. Могу про человека умного сказать, что он не дурак. Вот вы как предпочитаете, чтобы я про вас рассказывал? У меня, говорит, есть слушатель тут среди обучающихся, не дурак. То есть, а поскольку тут народу мало, сейчас надо, если вот объяснить, что это такое, надо пойти ловить дурака, тут по Васильевскому бегать, пойти сюда, привезти, сказать, вот он не такой. Потому что я вас опосредствовал этим самым дураком, отрицанием дурака. Зачем вам это надо? Это отрицание. А если я беру реальность, то просто умный и все. Что такого плохого? Или про девушку говорят, она, можно сказать, красавица. Или красивая, так? Это качество. Нет, скажут, она не дурна. Еще себе. Или еще скажут, она смазливая. Это что такое? Чего смазали? Куда смазали? Чего смазано? Она покрашена и смазали, что ли? Что такое тут имеется в виду? То есть иногда вот так говорят, и вот эта тонкость выражения, она в языке присутствует, она соответствует тому, что есть в жизни. Что вас могут начать опускать, говорят, что да, вот он сегодня вот во время занятия сегодня выглядел вроде бы прилично. Сегодня выглядел вроде бы прилично. Значит, вчера, позавчера, сегодня только. Так, вроде бы прилично. Выглядел прилично, а на самом деле человек-то неприличный, а выглядел вроде бы прилично. То есть вот надо быть очень внимательным, на самом деле. Тот человек, который диалектически вообще эти формулы привыкает к ними оперировать, он очень легко улавливает, что там, что происходит, как высказываются люди. Но это требует, ну, понятно, что как, такой даже и тренировки. Поэтому вот про науку логики Гегеля Ленин писал, что ее не просто надо изучать, надо штудировать. А штудировать – это вот такое не просто изучение, надо возвращаться, повторять, снова, как вы меня и просили, давайте назад открутим и потом снова поедем. Так вот именно так и надо делать, вот вы это усвоили. Михаил Васильевич, можно адрес? А? Для повторения адрес сказать. Да, значит, вот то, что сегодня у нас, значит, говорится, записывается, и вы это можете на YouTube через некоторое время, наверное, недельку, через полторы появится на YouTube по адресу YouTube фонд Рабочей Академии. Все три слова с большой буквы. YouTube фонд Рабочей Академии. И, как говорится, то, что вы хотели прокрутить назад, можно прокрутить назад. YouTube фонд Рабочей Академии. И следующую лекцию мы тоже запишем. И поблагодарим Владимира Дмитриевича, что он взял на себя труд это записать. Потому что это, в общем, вещи непростые и требуют, так сказать, повторения известного. Так. И вот у нас на столе такая растерянность. У нас наличное бытие перед умственным взором. Реальность, отрицание. Надо что-то это сворачивать начинать. Что-то слишком много всего. Значит, наличное бытие. Реальность, отрицание. Скажите, пожалуйста, реальность есть? Да. О, уже легче. Значит, она что?
Чего? Часть вечного бытия. Почему часть? Почему часть? Она бытие. Реально. Раз она есть, то, что есть, то бытие. Это надо запомнить? Можно запомнить? Mm-hmm. То, что есть, то бытие. То, чего нет, то ничто. Что тут я такого нового сказал? Да вы раньше это все знали раньше меня и лучше. То, что есть, то бытие. Правильно? Вот, значит, раз реальность есть, то она бытие. Какое? У нас уже бытие какое рассматривается? Наличное. Наличное. Значит, реальность – это наличное бытие. До этого-то мы ее брали как определенность, а теперь эта определенность уже как наличное бытие. Так, хорошо. А отрицание есть? Да. Ну, раз есть, так оно что? Бытие. Угу. Какое? Наличное. Значит, теперь смотрите. В реальности есть отрицание? Реально же наличное бытие, а в наличном бытие – бытие и ничто, значит, там и отрицание есть. Значит, в реальности есть отрицание. А в отрицании? Отрицание тоже есть. Наличное бытие. А в нем, в этом наличном бытие, есть и другая сторона бытия. Его отрицание. Отрицанием отрицания является реальность. Значит, в реальности есть отрицание, в отрицании есть реальность, и, следовательно, они совпадают. Это называется так, снято различие реальности и отрицания. И одновременно снято различие между определенностью и наличным бытием. Все три оказались наличное бытие, все это наличное бытие, и реальность наличное бытие, и отрицание наличное бытие, и каждый есть в каждом, поэтому нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, а есть наличное бытие, но определенное наличное бытие. То есть как выразить единство-то наличного бытия и определенности? Что есть определенное наличное бытие. Снято различие определенности и наличного бытия, есть лишь определенное наличное бытие. И то длинно. А у нас уже заканчиваются наши лекции. Нам такое в голове не удержать, такие три слова. Это много, согласитесь. Три слова. Определенное наличное бытие. Вот у Гегеля есть такое выражение. Давайте, говорит, это можно назвать налично сущее. В чем тут смысл вот этого изменения слова употребления? Потому что сущее отвечает на два вопроса. И что, и какое. Правильно? Можно спросить. Сущее. Какое? Сущее. Или что? Сущее. Вот вы уже употребляли это слово сегодня. Вы заранее все знали уже, только придуривались, что вы не знаете. Значит, сущее. Налично сущее, так можно сказать, короче. А еще короче, чтобы было одно слово. Одно слово уже лучше, чтобы запомнить в итог всего нашего вот рассуждения, всех наших задумок. Это будет одно слово «нечто». Нечто. Нечто. Слышали такое слово? Иногда говорят, ну это нечто. То, что мы сегодня послушали, это нечто. А мы и послушали про нечто. Вот мы ведь к этому нечто пришли. И этим сегодня мы занятия наши завершим. А вы посмотрите на это «не». Это нечто, это же бытие. Это определенное наличное бытие, свернуто в нечто. И «не» стоит нахально впереди, и нечто все воспринимают как положительное. Правильно? Вы же не воспринимаете нечто как отрицательное какую-нибудь категорию, правда? Вот это нечто хорошее. Но если нечто какое-нибудь хорошее, там «не» стоит нахально впереди, его вот берут за хорошее. Потому что это «не» включено. Вот как раз, как мы и говорили, небытие принято в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Нечто имеет форму бытия, несмотря на то, что впереди стоит «не». Определенное наличное бытие. Вот в следующий раз мы начнем, мы это пробежим снова дорожку до нечто, а потом будем дальше изучать нечто. И будем изучать для того, чтобы потренироваться в этом понимании. А в чем тут материализм? А в том, что это относится не только к словам, а к понятиям, а это относится к чему? Вот все эти категории к чему относятся? Ко всему. Вот золотые слова. Ко всему. Вся материя по этим законам развивается, по законам диалектики. Вся. И движется. И мы только вот
мы начинаем разматывать этот клубок, начиная с самых простых категорий. Потому что если бы мы начали с чего-нибудь сложного, ну как вы, оно все равно было бы простое, поэтому другого тут дороги нет. То есть если, скажем, в математике мы можем начать там, с неопределяемых понятий и аксиом, а здесь мы должны начать с начала науки, начала науки, это бытие. В этом есть свой интерес и польза. Ну и, так сказать, тут владение этими формальными вещами, видите, но формальными немножко в другом смысле. Тут присутствует все время противоположность, потому что наряду с бытием присутствует ничто. Нет такой категории, которая была только бытие или только ничто. И дальше развивается. Понятно, что в наших, вот, на наших занятиях еще 16 числа мы всю науку логики Гегеля не пройдем. Это кто захочет, сам будет изучать. Но кто не будет изучать, он ограничится тем, что он услышал в магистратуре. Жизнь наша большая, интересная. Я вообще советую это сделать, потому что это поможет вам во всех жизненных вопросах. Потому что относится это ко всему, во всех. Включая и всякого рода жизненную борьбу и полемику, в которой я просто хочу сказать, что вот люди, которые не знают, они вообще не могут сопротивляться этому, потому что это совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень. У нас вот было такое поветрие в 19 веке, что все какие-то баломальские выдающиеся личности все изучали науку логики. А потом, скажем, вот в революции, ну, Ленин изучал науку логики, а вот советские руководители после Ленина ни один. Ни один. В посмертном письме Ленин писал про Бухарина. Вот Бухарин, он любимец партии, он считается, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Теоретик, любимец. Ну вот у нас таких любимцев. Никита Сергеевич был наш, Никита Сергеевич, любимец. Горбачев был любимец. Вот, и прочее. Когда вышел журнал «Под знаменем марксизма», первый номер, послереволюционные годы, Ленин написал к нему статью вступительную под названием «О значении воинствующего материализма». Говорит, мы все должны стать кружком любителей гегельской диалектики. Мы должны изучать ее, и науку логики, и истолковывать материалистически на примере всей истории, науки, техники, общества в том числе. И если мы этого не будем делать, то нам не устоять, то материализм наш будет не сражающимся, а сражаемым, который не сможет устоять перед натиском реакции и лжи. Что и произошло. Поэтому современный материализм, вообще говоря, который может устоять вот в современном мире, это материализм диалектический. Ну, если он может быть диалектический, а у нас все повторяют Маяковского, мы диалектику учили не по Гегелю. Давайте Вирштрассу, а не по Вирштрассу будем изучать. Марса не по Капиталу, ну, и так далее. Это мы все наблюдали. Так, спасибо за внимание. Вы теперь знаете, что такое нечто, и в следующий раз мы будем его изучать. Мы всего изучили одну категорию в итоге, которую имеем в кармане.